Марлос, поздравляем с победой, с двумя забитыми мячами. Сегодня для вас получилась хорошая игра, для команды и для вас лично. Primeiramente, obrigado. Segundo, que nós estamos em um momento de preparação, onde a equipe tem se comportado bem. Ну, прежде всего, спасибо вам большое за поздравления. Мы сейчас проходим через подготовительный период, и все у нас, слава богу, до сегодняшнего дня получается хорошо. У нас отличная группа работы, мы все трудимся, стараемся и готовимся к нашим официальным матчам. Какие проблемы сегодня доставил Ольборг, потому что команда высокая, команда мощная, для вас стала проблемой? É uma equipe que tem um cenário defensivo, uma equipe que marca no nosso campo defensivo, onde nós já estamos habituados a isso com algumas equipes da Ucrânia. Да, играть с ними было совершенно нелегко, именно потому что они полностью закрываются в обороне. Но у нас уже есть опыт такой игры с некоторыми украинскими командами. Именно поэтому нам нужно было иметь терпение до конца, до того, как мы не найдем какие-то свободные зоны, чтобы забить. Сегодня нам это удалось. А то, что этот матч проходил в рамках турнира, имело для Шахтера какое-то значение, придавало дополнительную мотивацию? Нас, como temos um jogo importante pela frente contra o Celta. На самом деле мотивация у нас должна быть ежедневно. Если мы хотим выйти полностью готовыми на матч с Сельтой и пройти как можно дальше в Лиге Европы и продолжать хорошо в чемпионате, мы должны быть мотивированы ежедневно, не только на играх и на поле, но и вне его. Поэтому мы стараемся искать эту мотивацию за дня в день, и такие матчи нам в этом помогают. До матча с Сельтой остается 2 недели. Насколько чувствуете себя готовым к официальным поединкам? Ну, здесь, говорил, мы сейчас проходим через подготовительный процесс. И осталось уточнить всего лишь некоторые детали и, возможно, их отработать. Но, как я и говорил, мы должны быть серьезными за дня в день и должны понимать, насколько важный для нас будет этот матч и как нам нужно продолжать вторую часть чемпионата.